Итоги 2017 года и задачи на 2018. Сегодня состоялось расширенное заседание отдела Росгвардии по Чувашии. В нем принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Первое место в ПФО. Таков итог деятельности сотрудников подразделения лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии. В числе основных задач сохранения стабильной оперативной обстановки в республике. Ведомство обеспечивает безопасность более 9 тысяч объектов. Тщательный контроль позволил сотрудникам выявить несколько десятков человек, находившихся в розыске. Наряды групп задержания регулярно выезжают по тревожным сообщениям. Новые задачи появились перед правоохранительными органами, перед теми сотрудниками, которые отдали или отдают свой профессиональный долг служению Отечеству. Это очень важно. И перед вами эти задачи сегодня, они четко поставлены. И я абсолютно уверен в том, что вы четко будете выполнять, с честью служить и достойно отдавать свой профессиональный долг в охране общественного порядка. Впереди Росгвардию ждут масштабные мероприятия. Они будут обеспечивать правопорядок и безопасность во время выборов президента Российской Федерации и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018. Отделом одних из первых в округе проведена работа по обучению 175 работников частных охранных организаций по программе специальной подготовки контролеров-распорядителей, которые мы планировали использовать при чемпионате мира 2018 года по охране общественного порядка на объектах проведения. В завершении лучшие из лучших получили государственные и ведомственные награды. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.